хорошо. Мог бы не спрашивать. А покормишь? Интересно. Почему? А нет, ничего. Понятно. О, Танюш, молодец, тоже без дела не сидела. О, так можешь по 50? Не-не-не-не, я за рулем. Григорий Антонович, ну как? Нет. Григорий Антонович, ну давайте, ну чего, ну машину поставите, такси вызовем. Ну конечно, Григорий Антонович, ну 7 часов оперировали, это почти весь рабочий день. Я бы с удовольствием, но нет, нет. Григорий Антонович, ну как я порезала все, ну чего вы, давайте, Григорий Антонович, ну пожалуйста. Хорошо, уговорили, давай. Так, взяли, опаньки, опаньки. Команда, Володя. Танечка, рюмочки. Угу. Сейчас. Хорошо. О, Катюша, присоединяйся. Ой. Давай, Катюш, давай. Не могу. Звонили с донорского центра. У них для нас есть сердце. Для Бансурова из коммерческого отделения. Он у нас чей? Дмитрия Николаевича. Понятно. Ну что, Володь, звони шефу. Ничего не поделай. Спасибо, Катюш, спасибо. Вот отдохнули мы с тобой, Танечка. А мы еще с вами отдохнем, Григорий Антонович. Поешьте. Володь, поешьте. Да, сейчас. Налей чекушталь своего. Фирменного. Не отвечает. Ну, ничего страшного, позвони домой. Точно. Так. Да, Володь. Марина Александровна, доброй ночи. Я прошу прощения за столь поздний звонок. А можно Дмитрия Николаевича по телефону? Нет, Дмитрия Николаевича нет. Подожди, а разве он не в клинике? А, да, а, он у нас в клинике, да, да, да. А, ну да. Извините, я замотался, он у нас в лаборатории, да, конечно. А я его везде ищу. Извините, ради бога. Доброй ночи. Ничего, ничего, Володь. Ничего. Так она говорит, его дома нет, он в клинике. Ай да Дмитрий Николаевич. Вот дает, а. Молодец. А что делать будем? Где искать? Не знаю. У Оленичевой. Не думаю. У нее покровитель посерьезней, как говорят. Да, Танюш? Она у нас всеядная. Ну что, и позвонить ей, и что, Дмитрию Николаевичу можно? Да, да, Володь, ну как, сердце есть. Нет, я этого делать не буду. Григорий Антонович, давайте вы позвоните. Не-не-не-не-не, ребятушки, я пас, ребята, я пас, нет. Григорий Антонович, вы же с Дмитрием Николаевичем друзья, ну почему нет? Ну и что, ну друзья, ну как я позвоню, что я скажу, неудобно. Кроме того, всем же известно, у нас с Ириной Константиновной взаимная любовь, да. Так, ладно, Володя, дело серьезное, ты давай звони, звони, дозванивайся, я пойду в операционную договорю, чтобы все подготовили, давай звони. Я не буду Оленичевой звонить. Да это неудобно. Володь, ну пусть из приемного покоя позвонят. Ты что? И так уже Дмитрия Николаевича дома подставили. Ты хочешь, чтобы вся клиника говорила? Так, ладно.
Володя. Да, Володь. Ирина Константиновна, доброй ночи. Я прошу прощения, что так поздно. А вы случайно не знаете, где Дмитрий Николаевич? Дмитрий Николаевич потерялся? Ну, я откуда знаю, Володь? Нет, я не в курсе. Ну, я не знаю, но, может быть, он на дачу поехал, или, может, он телефон забыл в машине. А что случилось? Дело в том, что сердце для Бансурова есть. Сердце для Бансурова есть? Что ж ты сразу не сказал? Слушай, ну, если он мне позвонит, я, конечно, обязательно ему передам. А может быть, мне подъехать? Ну, для подстраховки. Ну, пока он не объявился. Так, ты мне лучше скажи, орган где? А когда он будет в клинике? Хорошо. Да, ладно, я поняла. Хорошо? Ну, вот видишь, его там нет. Угу. Так, Таня. Ну, ты слышал? Да, я слышал. Только у меня почему-то звонка нет. Потому что я отключила. Ира. Что Ира? Ты же сам прекрасно знаешь, у нас в личной жизни всегда закон подлости срабатывает. Как только, так сразу или из клиники звонят, или орган везут, или кому-то плохо, или еще что-нибудь. Так что имей, пожалуйста, в виду. Я с твоим телефоном церемониться не собираюсь, понятно? Понятно. Либо одно, либо другое. Вот именно. Да. Я с тобой. Нет. Да. Нет. Это будет слишком явно. По-моему, ты говорил, что тебе наплевать. Я о тебе забочусь. Совсем расслабилась, я начинаю очень часто говорить тебе о любви. А как же твой друг? Ходорев. О, Господи. Слушай, ну дался тебе этот Ходорев. Дался. От таких женщин не отказываются. Я внука его спасла. Он у нас в Сибири на байдарке по реке сплавлялся. Лодку перевернула, а парня вообще выбросила на острые камни. Он еле жив остался, чуть руки не лишился. Я оперировала. Вот он остался мне благодарен. Знаешь, как, что называется, любой каприз. Я наглая. Я пользуюсь. Вот в Москву напросилась. Чтобы к тебе поближе быть. Это все? Все. Может, он влюблен в меня. Я тоже влюблен. Собирайся, поехали. Дяденька. Тебе что, пацан? Я заблудился. Ты с детского отделения, что ли? Угу. Ну, пойдем, поищем. Дядик, я кушать хочу. Мы так не договаривались, пацан. Так в чем же дело? Давай договоримся. А я смотрю, ты шустрый. Где тут детское отделение? Пацан, он заблудился. Тебе... Митька. Митя, миленький, как ты здесь оказался, а? Я тебя 40 минут везде ищу. Я писать пошу. И потерялся. Пойдем спать, мой хороший. Пойдем. Спасибо вам, извините. Идем.
Дмитрий Николаевич, Бансуров отказывается от операции. Почему? Ну, я не знаю. Я зашел к нему в палату. Говорю, сердце есть. Он говорит, я не готов делать операцию. И все? Все. Дальше разговаривать со мной не стал. Из центра звонили. Орган к нам едет. Где его карта? Дмитрий Николаевич, мы его найти не можем. То есть как, вы не можете найти карточку? Нет, ну она где-то есть, просто на глаза не попадается. Ну, все данные есть в компьютере. Мы можем посмотреть. Спасибо тебе, Володь. Только распечатай все это и ко мне в кабинет. Хорошо. Ну что, Мансурова тебе позвать? Да нет, не надо. Я сам к нему зайду. Вы меня подождите. Володь, ты что, милый? Что с карточкой? Везде искали, нигде нет. Что значит нигде нет, Володя? Я не знаю. Вадим Евгеньевич, что случилось? Мне сказали, вы от операции отказываетесь, а орган к нам уже в клинику едет. Извините, доктор. Морально не готов. Ну, аргумент, конечно, веский. А конкретней? Конкретнее некуда. Не готов и все. Вадим Евгеньевич, вы коммерчески больной. Вы внесли 100% предоплату за операцию. Проплачиваете пребывание здесь. Это деньги не маленькие. И когда вдруг у нас все с вами совпадает, все параметры сходятся, вы отказываетесь. Поймите, доктор, не могу я взять это сердце. Не могу. Я не понимаю. Почему? Ментовское оно. Так. Стоп. И что? Ну, вы, наверное, знаете, кто я. Прокурорша настучала. Это совершенно не важно. Для меня все больные равны. Не может вор в законе ментовское сердце взять. Не может. Я бы первый за это кончил. Я вор. И сердце мое в законе. А вы мне предлагаете ссученным стать. Так. Вот вы куда. Вадим Евгеньевич, мы меняем не характер, мы меняем не личность, мы меняем физиологический орган. Да бросьте вы, доктор, все вот это вот здесь и находится. Я пока лежал, много медицинской литературки перечитал. Меняется человек после пересадки мотора. Меняется. Согласен. Меняется. Только меняется в лучшую сторону. Человек просто перестает болеть. И у него появляется смысл жить. Вот и вся перемена. Да разве это жизнь? Так, мутата одна. Насмотрелся я здесь у вас. То есть вы вообще отказываетесь от пересадки? Может быть, я отказываюсь. Не решил еще. Может быть, просто страшно? Врать не буду. Страшно. Я вас понимаю. У нас свои законы. Не я их писал, не мне их отменять. А как же свои законы отменяют заклятые враги? Палестинцы отдают органы израильтянам и наоборот. Мне эта публика вообще мало интересует. У меня своя религия. Что ж, расписку мне напишите, что вы отказываетесь от операции. Да без проблем. Угу. Как вы узнали о профессии донора? Сердце подсказало. Понятно. Спокойной ночи. Спокойной ночи, доктор. Ну что? Отменяем операцию. Причину назвал? Назвал. Профессия ему не позволяет ментовское сердце принять. Ну и вовсе. Все, что не делается, все к лучшему. Ира, что значит к лучшему? У него атрофия двух клапанов, он в любую минуту может умереть. Послушай, а если что-нибудь случится?
Тебя его братва вообще в покое не оставит. Они еще и приговор могут вынести. Откуда у тебя такие глубокие познания? А я, Дмитрий Николаевич, между прочим, когда была студенткой, проходила практику в тюремной больничке. А больничка в Красноярске на 1300 мест. Так что я эту публику не понаслышке знаю. Что же ты мне предлагаешь? Вообще ему из-за этого операцию не делать? Или, может быть, братве покаянное письмо написать? Я предлагаю не суетиться. Не хочет делать, не надо. Ну а с органом что? Он же к нам едет. Срочно звонить в Склиф, Пироговку, Бакулева. Может быть, там реципиенты найдем. Хорошо. Дмитрий Николаевич, может, сначала по 50 выйдет? Володя. Мозги зашкаливают. Мы с Кольцовым 7 часов из операционной не выходили. Володя, потом по 50. Иди звони. Центр донорства, диспетчер Тимофеев. Я понял. До свидания. Кстати, как у них операция прошла? Говорят, хорошо. Куда прикрепили? Подвздошную ямку. Да. Привет, Марин. Ну как, где? В клинике? Володя меня искал? Подожди, я уточню. Володь, ты меня искал? А, да. Ну это еще днем было. Ну, он меня нашел. Как дела дома, как Сашка? Хорошо. Пока. Все, Вадим Евгеньевич, чистенько тут у вас. Может, еще что вам нужно? Да нет, ничего больше не надо. Спасибо. И вам спасибо. Сюда попал. Заблудился, что ли, опять? Нет. Давай, давай, иди к себе в детское. Нечего здесь болтаться. Давай. А у тебя хлебушек есть? Ты что, опять голодный, что ли? Угу. Совсем не кормят? А болеешь чем? Ничем. Что в больнице тогда делаешь? А у меня здесь мама работает. Мама работает. Мама работает, это хорошо. Вот пусть мама тебя и покормит. А ты на кого смотришь? Да так ни на кого. Стою вот думаю. О чем? Ты это, мозги мне не пудри здесь. Все, давай, иди. Иди, иди. Ну-ка, зайди-ка. Скажите, вы пацаненка маленького такого не видели? Так он только что в ВИК-палату зашел. Зовут тебя как? Митька. Митька?
Мич, сын, ну что это такое, а? Я тебя просила, я тебе говорила, что ты творишь, тебе же плохо потом будет. Ты посмотри, что ты наделала, а? Ну пойдем. Мамаша, давай пойдем. Вы знаете, вот вы хотя бы взяли и поинтересовались. Ведь ему вообще ничего есть нельзя, плюй, я тебе сказала, выплевывай это все. У него не усваивается вообще никакая еда, ну что это такое, ну? Да ты не бухти, спокойно расскажи все, что у вас случилось? Ты выплюнешь или нет, а? Да подожди ты! Как он у тебя живет-то, если ему есть нельзя? Так и живет. Под капельницами живет. Капельницы его и кормят. Ведь он здоровенький раньше был. Все было хорошо, а потом беда. Раз, все. Вот так. Тромбоз, сосуды в животике. Чик, и пол кишечника отрезали. Вот все. А как жить, когда есть ничего нельзя? Это ж не жизнь, это мучение какое-то получается. Вот мы и скачем, да, Митянь, по больничке целый день, туда-сюда, туда-сюда, и выклянчиваем. А добрые люди помогают, кормят, дают. А он на горшке потом сидит целый день и под капельницами лежит, Господи. Да я ж не знал. Ну, теперь знать буду. Вы простите меня, знаете, я не в претензии, просто... Просто кормят его все подряд. Поэтому так, все, пойдем. Подожди. А в этой клинике он что делает? Здесь же все пересадки ждут. Ну, мы ждем. Пересадки тонкого кишечника ждем. А кишки разве пересаживают? Тут все пересаживают. Так вот мы полгода тут сидим. Потому что у него форма третья и резус-фактор отрицательный. А таких доноров... Нет таких доноров. Вот так вот. Пойдем. Наелся. Я вас очень попрошу, не давайте ему ничего, хорошо? Ладно. Идем. Горе-то моя луковая. Тебя как зовут? Хочешь батя называй, не ошибешься. Пока, батя. Докуривай карточку, верни. Совещание через 5 минут. Ты куда пропала? Слушай, а можно я не пойду, а? Может, как-то без меня? Что случилось? Да дочке не могу дозвониться. Прямо издергалась вся. А хочешь, я тебе тоже дочку рожу? Шутка. Испугался? Это я просто по своей очень сильно соскучилась. Забери ее в Москву. Забери. Она здесь бесхозная будет. Ты своим Сашкой много занимаешься? Нет. В последнее время вообще его забросил. Вот и я о том же. А там она хоть под присмотром. Можно? Простите, а в чем дело? Я тут карточку бате принес. У Бансурова Вадима Евгеньевича. Как она у вас оказалась? Случайно, в холле на столике нашел. Да этого не может быть! Дмитрий Николаевич, спасибо. Извините, если что не так, больше не повторится. Что я тебе говорила? Они взяли карточку и на основании наших записей поставили свой диагноз. Интересно, какой? Не знаю. Да.
Хороший ты чефир заварил. Настоящий. Только теперь тебе нельзя. Зря ты так, Вадик. Тебе выкарабкиваться надо. Войной пахнет. Мандариники вон зашевелились. Передела хотят. Ты мою карточку видел? Видел. И не только я. Мы ее от Ксирили перевели и отправили в Германию для чистоты жанра. И что? То же самое, что и здесь. Пересадка требуется. Ну и больничка на всю жизнь. Да ты не межуйся, Вадик. В авторитете все равно останешься. Ну, был вором в законе, будешь вором в короне. Тебе что, западло? Ну, все путем. Ну, заболел вор. Законы наши держит. За это ему почет, уважение. Персональная пенсия, тем более для тебя, Вадик. На последней сходке мы договорились себя короновать. Инвалид-пенсионер, значит, хренов. Да чё ты гоношишься, Вадик, а? То, что ты от мента отказался, это правильно. Да ты... Ты вообще представляешь, какой ты пример для братвы показал? Братва тебе за это сама донора подберет. У нас твои анализы есть. Анализы донора на карточке намалеваны. Прошмонаем все больницы, все регистратуры перевернем. Ну, потерпи немного! Нет. Вадик, ты чё? Бабки за операцию наперед проплачены. На больничку каждый день капает. Ты что меня баблом попрекаешь? Да не попрекаю я. Я просто дело говорю. Чтобы ты готовился, а не чефир жрал. Здрасте. Здравствуйте. Мне бы с Дмитрием Николаевичем переговорить. Ну, с Дмитрием Николаевичем все хотят переговорить. Вы у нас кто? Я? Да. А я Косульникова. Я работаю здесь у вас в детском отделении. И сын мой лежит у вас здесь. Мы ждем пересадку кишечника. А вы из Дальнего Востока. Угу. А Дмитрий Николаевич вам зачем? Понимаете, я квартиру здесь снимаю недалеко. А сегодня нас оттуда попросили, хотя я договаривалась на месяц вперед. А что мне делать? У меня ведь еще дочка есть, и я ее в школу вообще здесь еле-еле устроила, а сама здесь, понимаете, сутками, ну, просто в клинике. Вы знаете, Дмитрий Николаевич, собственно, чем вам может помочь? Вас и так на работу взяли, чтобы вы поближе к сыну были. И потом он на совещании, и неизвестно, когда будет. Извините. Ясно. Выписывайте нас. Давайте я подпишу все. У меня нет денег больше платить за лекарства. У меня нет денег больше платить за квартиру. Давайте я все подпишу. Милая моя, да что? Я не могу так больше. У меня дочь, которой 10 лет. Я что, с ней на вокзал пойду? У меня Митя сейчас пойдет, нажрется всякая дрянь. Я не могу так больше. Давайте мы решать. Подождите, подождите. Посоветуйтесь с сестрой-хозяйкой в своем отделении, а лучше в каком-нибудь другом. Понятно? Только я вам этого не говорила. Спасибо вам. Не стоит. Эй, мать, что случилось? А ну, стой! Колись, с сыном что-нибудь? Плохо все вообще. Жить не хочу. Ну, ты мне брось. Где он сейчас? Где он сейчас? Под капельницей у него? Где он? Ну, ну, пойдем. Пойдем, пойдем.
Здорово, пацан. Ну что, Митяй, как самочувствие? Нормально. Нормально? А вот мамашка твоя что-то истерит. Ну, не могу больше, все. Сейчас нужно ехать вещи собирать, дочку сюда везти, потом к сестре хозяйке просить, чтобы на ночь ее где-то пристроить, пока я квартиру найду. Ну а что делать, если она не пустит? Как не пустит? Подмажка его надо, и пустят. Подмажешь? Чем подмажешь? Чем? Если я все деньги за квартиру отдаю, а дочку я свою котлетами кормлю, теми больничными, которые Митька не ест. Нищета проклятая. Все, не могу, не могу. Пусть выписывают. А дальше вот оно будет, как будет, да и все. Ура, домой поедем. Домой, домой. Есть дом-то у тебя этот, а? А отец у него есть? Нет. Повесился он. Ма, ну не надо. Не надо. Что не надо? Что не надо? Взял деньги в кредит на квартиру, а потом его уволили. Ну вот. А он взял все вот так все и решил легко и просто. Прощу, вообще никогда не прощу. Да. Я приеду сейчас, дочь. Послушайте, вы можете немножечко с ним побыть? Сейчас капельничка докапает, а вы просто позовете сестричку и все. А я очень быстро. Хорошо? Спасибо вам. Вы главное, когда он встанет, смотрите, чтобы он не попрошайничал. Хорошо? Мить, вон там болтушка из лекарств. Выпьешь и все, понял? Иначе опять все обдрыщешь. Тебе нужно это? Mm-mm. Вот и правильно. Молодец. В туалет хочешь? Нет. Я быстро. Я пить хочу. Чего? Тебя мать только сейчас спрашивала. Ну-ка, лежи давай. Нет. Я сам дойду. Стой, стой, стой. Резвый какой. Сам. Рука аккуратней. Кого я мудак? А мудак это кто? Кто-кто? Я. Ты иди, бать, а я посижу. Я долго еще буду. Ну ладно. Ты чего? Ну-ка дай сюда! Шнурок, совсем оборзел! Слышь, прекрати! Ну, ты мужик или не мужик? Ну, что ж тебе говорили, а ты жрешь как свинья! Я не свинья! А кто? Тебя мать просит, врачи просят. А ты как последний фраер, заныкал жрачку и хаваешь ее втихаря. Еще космонавтом хочешь быть? Я не хочу космонавтом. А кем? Я хочу футболистом. Футболистом? Нет, брат, футболистом тебя не возьмут. А почему? Мне только живот перешить и сил набраться. Ну да. Ну что, успокоился? Давай, штаны надевай, пошли потихоньку. Ты хитрец. Мамашку свою накалываешь, меня теперь пытался. Пиздец он хочет. Ложись. Вот так. А почему меня футболисты не возьмут? Футболисты почему тебя не возьмут? А потому что у тебя терпежу нет, выдержки. А в спорте без этого никак нельзя. Там слюни-нюни не проходят. Пацан сказал, пацан сделал. Усек? Сказали не жрать, значит не жрать. Терпи, характер тренируй. Потому что футбол — это не только мячик ногами шмонать, но и воля. Воля. А у тебя какая воля, когда по всей больничке вон заначки растыканы?
Я только там, в холле, в ящике, под фикусом. В ящике. Ну, сейчас капельница закончится, и давай, иди, хавай свою жрачку. Нет, я не пойду. А чё так? Ну, все. Молодец. Теперь до вечера. Ну ладно, я тоже, пожалуй, пойду. Пока, спортсмен. Бать. Чего тебе? Не уходи, не уходи, я не хочу один. Бать, ну пожалуйста. Ты это... А давай я тебе свои рисунки покажу. Рисунки? Ну, покажи. Ой, я фраернулся, а? А что такое? Космос. Космос? Ну вот, а говоришь, космонавтом не хочешь быть. Я смотрю, ты художник. Это просто так. Потому что я сейчас бегать не могу. Быстро устаю. Заходи. Митя! Ну, как дела? Привет, Коля. Не попрошайничал? Нет. Мы теперь со жрачкой. Ну, то есть с едой. Завязали, да? Угу. С трудом верится. Я волю тренирую. Я совсем есть не хочу. Ни капельки. И даже чипсы. А сосиски? А мороженое? Так, ладно, хватит. Он сейчас в обморок упадет, и вот и все. Молодца. Дай пять. Беру тебя в сборную. Надо же. Как интересно. Так, я пойду схожу быстренько к сестре хозяйки. Тебя как зовут? Настя. Настя, посмотри за ним, я покурю пойду. Угу. Слышь, мать, погоди-ка. Отойдем. Нет, слушай, давай, не нужно, я не возьму. На. Нет, я не буду, возьми, я не смогу. Возьми, подмажешь, кому надо. На, бери. Спасибо, я заработаю. Все, все, да. Все, давай, иди. Да, Джим? Вадик, мы тут потолковали о твоем житье-бытие. Здесь написано, что у тебя четвертая группа крови, а у донора какая должна быть? Ну, мы проконсультировались, сказали, что любая, ну, все равно лучше уточни. Ты ж понимаешь, нам ложануться в этом деле никак нельзя. Нам лишний донор ни к чему. Мы ж не звери какие-нибудь. Ну что ты заладил? Нет да нет. Как сходка решила, так и будет. Все. Короче, по большому счету так дела не делаются. Джим прав. Я сам с батей на ножах был всю жизнь. А сейчас зауважал. Все. Сняли тему. Братва работает, процесс пошел. Я, Бансуров Вадим Евгеньевич, отказываюсь от операции по пересадке сердца. Ну что, Дмитрий Николаевич, я предупреждала вас. Вы ж не хотели меня слушать. Вот, пожалуйста. Зачем вы мне все это показываете? Я это прекрасно видел. Не перестаньте вы. Вам же самому неприятно. И то, что карточка неизвестно где была. И то, что Бансуров от операции отказался по своим воровским законам. Люди годами пересадки органов ждут. Все это связано с горем, с потерей близких. И тут, когда родственники дают свое согласие на изъятие органов, он вдруг передумал. Или я не права? Опять скажете, что я дилетант, да? Да правы вы. Правы. Ну, что будем делать?
А что тут делать? Выписать я его не могу. Во-первых, он действительно болен. А во-вторых, он коммерчески больной. И поэтому может находиться здесь столько, сколько ему будет нужно. Ну, конечно. Деньги-то ворованные, лечись сколько хочешь, да? Слушайте, а зачем вы вообще его сюда брали, а? Вот эту тему я с вами обсуждать не буду. Даже если бы он шел по бюджету. Даже если бы я знал всю его подноготную, я бы в любом случае его положил, потому что, извините меня, Галина Васильевна, профессия такая — спасать больному человеку жизнь. Все. Да перестаньте вы. Какой он человек? Да я уверена, его братки ему сами донору найдут за его подвиг. Не перегибайте, не перегибайте. Это не запчасть от машины. Здесь многое должно совпасть. Параметры, например, должны совпасть. А вы не волнуйтесь, совпадут. У нас вор нынче продвинутый. Ничего, что он по фене ботает. Ладно, мне еще в центр донорства нужно съездить. Вы, кстати, машину свою служебную мне не дадите? Да ради бога, пожалуйста, берите. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Пожалуйста. Хочешь, я тебе тайник покажу? Ну, покажи. Ничего нету. А? Ну ладно, потом покажешь. Пойду я. Пора мне. А ты куда? На процедуру мне надо. А у тебя что болит? Сердце. А давай поменяемся. Ты мне живот, а я тебе сердце. Хороший ты пацан. Добрый. Бать, я с тобой пойду. Не надо. Разрешите? Владимир Евгеньевич, здрасте. Заходите, присаживайтесь. Здрасте. Да, спасибо. Я, собственно, минутку попрощаться пришел. Выписывайте меня, не буду я делать операцию. Я вчера вам говорил, что подумаю. Вот подумал и решил. Нет. Я надеюсь, вы понимаете, чем это для вас может закончиться. Понимаю. Боюсь, что не до конца понимаете. Сердце в любую секунду может остановиться. Знаю я, доктор. Не уговаривайте. Вы внесли большую сумму за операцию, поэтому нужно, чтобы бухгалтерия возврат какой-то сделала. Да мне не надо. Переведите эти деньги лучше пацаненку. Маленький здесь бегает такой, Митяй. Кишки у него болят. Мать-санитарка еще работает. Сумма большая. Да хрень это, а не сумма. А им за всю жизнь такую не собрать. Такого у нас еще не было. Я боюсь, бухгалтерия на это не пойдет. Это еще почему? Я ведь от чистого сердца, от своего сердца. Я могу сделать в жизни хоть один стоящий поступок. Что же вы меня этого лишаете, доктор? Инна Петровна, это Климов. К вам сейчас больной спустится, Бансуров. Он к выписке готовится.
У него есть кое-какие соображения по поводу возврата денег, поэтому вы обсудите все с ним и примите решение. Спасибо. Первый этаж, 11-й кабинет. Ну вот и ладненько. Счастливо оставаться. Спасибо вам, доктор, за все. Мне за что? Здрасте. Здрасте. Ну, Ирина Константиновна, по вам часы можно сверять. Там прислали параметры из центра донорства. Есть кишечник для Косульникова. Слушай, а может, я тебе буду ассистировать вместо Володи? Почему? Операция уникальная. Володе надо опыта набираться. Давай так, сегодня ассистировать будет он, а ты будешь на подхвате. Договорились? Ну, хорошо. Спасибо, Дмитрий Николаевич. За что спасибо? Работать надо, работать. Давай. Спасибо. Не переживайте, все хорошо будет. Сам Дмитрий Николаевич будет оперировать, так что вам повезло. Ма, я хочу с батей попрощаться. Сын, ты понимаешь, что времени вообще нет? Нас ждут там, в операционной. На одну секундочку. Можно нам на одну секундочку? Ну, если только на одну. Смотри, какой мяч. Митя от бати. Пойдемте, пойдемте. Идем. Все, пойдем, пойдем. Наташа, пойдем, 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 только сердце тебе травишь.